мутер, мутер. Разносились отчаянные крики по ночным улицам Берлина. Мюллер резко распахнул окно, выглядывая на безлюдную мостовую. Это еще что за крики средь ночи? Проворчал он, застегивая халат. Ну конечно, не бойся, опять Рамштайн приехал. Любит же он шумными выходками плоскую тишь нарушать. Штирлиц невозмутимо затянулся трубкой, продолжая читать вечерние сводки. Себе подобного Кермюллер, произнес он, не отрываясь от бумаг. Разве вы не узнаете голос нашей радистки Кэт? Видимо, у нее начались схватки. Мюллер недоверчиво покосился на Штирлица. Но как она могла? Ведь Кэт — советская радистка. Это явно происки небольших игров. Вы сорвите подкрепление, Штирлиц. Пора выследить эту опасную шпионку. Крики Кэт становились все более пронзительными. Штирлиц спокойно выпустил струю дыма. Одну секунду, Кермюллер, вы действительно хотите арестовать беременную женщину в столь деликатной ситуации? Разве это не контрадикционно, чем для Великого Рейха? Мюллер открыл рот, но вновь закрыл его, сбитый с толку. Но она советский агент, Штирлиц, мы не можем ее отпустить. Штирлиц хитро прищурился. Давайте вначале обезвредим эту угрозу. Кермюллер, позже будет время разобраться со шпионкой. Не дожидаясь ответа, Штирлиц быстро связался по рации. И через пару минут к воротам штаба уже подъехала женская бригада. Крики Кэт постепенно стихли. Штирлиц убедился, что советской радисткой все в порядке. Она сейчас отправится в одну из наших закрытых клиник. Кермюллер положил он позже. В саковской разведке будет некоторое время не до нее. Мюллер кивнул, расслабленно затягиваясь сигарой. Хорошая работа, Штирлиц, люблю, когда операции проходят чисто и без ненужного шума. Штирлиц лишь многозначительно промолчал, продолжая следить за безопасностью Кэт и ее новорожденного ребенка.